Приветствую, с вами Дмитрий Слепцов. Сегодня хочу показать текущую ситуацию по фьючерсу на РТС и результат к данному моменту – это окончание сессии. Очень все просто. Рынок показал нам пробой треугольника. Простая фигура. Вы знаете, что я не заморачиваюсь какими-то мудреными теориями, все очень просто. Видите, мы вышли за пределы треугольника. Я собрал позицию вот в этой области. В принципе, могу даже показать, каким образом она у нас реализовалась. Вот здесь я собирал позицию. Вот пробой уровня вот здесь по треугольнику. Вот тут набирается позиция, мы уходим выше. Текущий момент, вариационная маржа. Вот мы видим до клиринга в 2 часа накопленный доход 48 тысяч. Сейчас 18.45. Вот сейчас как раз сессия закончилась. Вариационка почти 12 тысяч рублей. И сейчас я держу 26 мартовских контрактов по фьючу. Это одна стратегия, и вторая стратегия, в принципе, аналогичный результат. Все то же самое, естественно. И здесь у нас вариационная маржа 25 до клиринга. И сейчас вот примерно там 5000 рублей, то есть 30 тысяч суммарно. И тут я держу по стратегиям 12 контрактов. Вот текущий день суммарно плюс примерно 90 тысяч рублей. Очень активно движется рынок. Вы помните, что вот тут у нас хорошее было движение. И вот сейчас тоже после такого боковичка, ну а если точнее сказать, то треугольника, то есть после коррекции мы снова вырвались наверх. И сейчас идет плюс. Итоговый суммарный плюс 90 тысяч.